Ну что, пельмешек полижешь чуть-чуть, и нормально. Это нереально круто! Вода в помощь. Да. Ну, да. Блин. Музыка как из порнухи, да? Так начал, типа знакомиться. Кто-то палится. Ты мне вторые сутки загоняешь, что у тебя, блядь, яйца горят, блядь. Чувак, горят? Тут камеру, заткнись. Нахрен, а? А никто не знает, кто это и разговаривает. Я думаю, блядь, по голосу узнают. Песня, которую вы уже видите. О, да, клево. Еее, это клево, что ли? Да не, мы ее любим. Нравится эта песня, мне на нее слушаю постоянно. Реланс. Это как радио можно там купить, если Хайм Дом стоит, блесну играть. Поет, I'm not afraid of the dark.
Я думал, медведя где взять, думал, в Единой России пойти взять, но потом думал, блин, как-то это не делать. Костюм медведя, где костюм? Вообще, взять медведя в Единой России. Вообще, где костюм? У нас в городе вообще где костюмы продаются? Ну, медведя костюм есть в Единой России, конкретно, именно этот костюм. А где у нас Единая Россия? На Дзержинском, у них там офис. Ну, поговорить, на аренду снять. Нет, да какая аренда, они его бесплатно могут дать, просто надо фишку придумать. Но я просто подумал... Пропиарим их и все. Нет, да я просто подумал, что мы же спалимся же, один фиг. Они это видео увидят где-нибудь. А что, ему уже все равно ничего Садко, не сделают. Медведь топлесом танцует, топлесом. Да. На медведя стринги чужие натянули. У нас тут Единая Россия, чуваки, это будет. Не, ну когда в прошлый раз я его брал, отрабатывался, я там причину нашел адекватную, и за неделю это достали. Я могу костюмы мишки, вы скажите, я квест для какого-нибудь. Да уже все пятница, не работает. Уже выходные дни. Позвоните, пшел. Нет, да выходные дни. Мне нужен медведь. Срочно нужен. Взял труп, купил Путин, впервые взял труп. А человек из звука, мне нужен медведь. Какие у вас проблемы? Мы уже прислали, можно прислать аппетит на шариков. Вот, открывай песню. Take it out and give it a try. But I'm not alone. I don't need to be sure. I'm just stupid.
Фишка в том, что они когда лажают, они не... Так он не лажает! Райан Тедер не лажает! Райан Тедер, если бы он лажал, то он бы не ржал. Не кричал бы на звукаря, заткнись, давай! Так он не знает звукаря, понимаешь? Они там команды работают, они все друг друга знают. Да шикарно было вообще. Знаешь, тут весь тонер комплекса шикарен. Когда он убегал еще так. Микрофон, было бы нормально. Да я... Она не умеет. Видите, вы когда-то летали. Раз она берет высокую планку, пускай лучше не держать сюда микрофон. Какую высокую планку? Валерий Бабик, это высокая планка. Ну, чуть-чуть повыше, чем меня. Не, а не ему. Пока ты молодец, конечно. Еще пойдем. Который час? Если 9, то я соскочу. Без 10-20-40. И дали, умеющие стрелять. Здесь еще 15 минут. Что? Включай. Фарел увидеть. Ну, ой, давай, я сама не знаю, но... Вам нет, а крепи не надо. Гедлаки. Нет, не надо гедлаки, она длинная. Давай. Пламмигей. Ну, еще немножко побалдеем. Читать научишься. Банк.
Блин, голос вообще, да? Да, будет круто. Наверное, все.